Тема детского патриотизма сейчас актуальна как никогда. Работы на 18-м фестивале детского декоративно-прикладного творчества были посвящены государственным символам России, историческим событиям страны. Вместе с родителями ребята изготавливали поделки на военно-патриотическую тему. И вот в этом году тема выбрана, на мой взгляд, тоже очень важная и безумно интересная. И она близка, наверное, в этот момент нашей жизни каждого. Мы вместе. Это Россия, это патриотизм, это наше все. Но мы вместе — это также и тема профсоюза, потому что мы вместе — это солидарность. А солидарность – это одна из ценностей профсоюза. Участниками стали дети работников РФЦМНЕ в возрасте от 4 до 12 лет. Также были специальные номинации, такие как семейное и коллективное творчество. Традиционно награждаются все конкурсанты. Мы не ограничиваем никогда детей в их фантазии, поэтому у нас есть и поделки, и рисунки, и какие-то изделия из теста. На самом деле используются даже крупы. Весь этот спектр сейчас объяснить, раскрыть я, наверное, даже не смогу. И каждый год дети радуют нас все новыми идеями. Ежегодный конкурс детского декоративно-прикладного творчества успешно прошел в Сарове 18-й раз. Больше информации о мероприятиях молодежной комиссии правком РФЦМНЕФ вы найдете в их сообществе в социальной сети ВКонтакте. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.